дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня у нас второй концерт из программы, которую мы назвали «Музыкальный диалог двух столиц. Детско-юношеский оркестр Москва-Санкт-Петербург». Прецедента такого в России, пожалуй, нет. Дело в том, что три учебных учреждения – это Царскосельская гимназия искусств имени Ахматовой, где вы сейчас находитесь, Московский институт музыки имени Шнитке, оркестр из которого у нас в гостях, и Санкт-Петербургский педагогический университет имени Герцена – в декабре 2016 года встретились здесь, в городе Пушкине, в Царском селе, объединенные одной творческой целью. Мотивация нашей любимой и замечательной молодежи к деятельности в области музыкального искусства. И впервые в Царском селе на одной сцене объединяются дети и студенты в одном творческом коллективе. Самый младший ребенок, ему 9 лет, ну, самый старший, наверное, 25. И назвали мы этот коллектив, долго-долго совещавшись, детско-юношеский оркестр «Москва-Санкт-Петербург». Сегодня у нас в гостях Московский институт имени музыки в лице московского Шнитке оркестра и дирижера Игоря Юрьевича Громова. Коллектив приехал во главе со своим руководителем, ректором института. И я с большим удовольствием хочу пригласить руководителя Московского института имени Шнитке Анну Иосифовну Щербакову на сцену, чтобы она рассказала нам, как же так у нас, у трех учреждений, родилась такая необычная идея. Анна Иосифовна, пожалуйста. Добрый день, дорогие дамы и господа, дорогие наши любимые слушатели. Без вас нас не существует. Вы самое важное, что есть у музыкантов. Мы в первую очередь благодарим наших гостеприимных хозяев, лицей имени замечательной поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. Мы очень ценим наше сотрудничество, потому что на самом деле музыкальное искусство – это то, что сопровождает нас всю жизнь. Мы живем в звучащем пространстве бытия, оно окружает нас, мы живем среди музыки, среди музыкальных звуков с самого рождения и всю свою жизнь. Поэтому так органично соединение детского коллектива и нашего студенческого коллектива, тем более, что Институт музыки имени Шнитке имеет все ступени образования, от школы музыкальной, колледжа, вуза, аспирантуры, ассистентуры, стажировки. То есть готовит профессиональных музыкантов с 3 лет и уже до выхода на профессиональную сцену не только в России, но и за рубежом. Поэтому для нас очень ценно это содружество, это сотрудничество. Я думаю, что сейчас мы видим явно ярко выраженную тенденцию желания приобщения современной молодежи к шедеврам музыкального искусства. Мы приехали из Москвы, где вчера открывали Московский культурный форум за день, который посетило более 75 тысяч человек за один день. Поэтому мы можем себе наблюдать тот интерес колоссальный к классическому и музыкальному искусству, и к живописи, и к архитектуре, и к театральному искусству. Это очень отрадно и очень значимо. И сегодняшний наш концерт, то, что мы презентуем вам, это наш вклад в современное музыкальное пространство. Я надеюсь, что мы доставим вам истинное наслаждение. Итак, на сцене детско-юношеский оркестр «Москва-Санкт-Петербург». Шостакович, вальс номер 2.
из джазовой сюиты. Дирижер, преподаватель гимназии Лиэр Эрнестович Лукитис.